Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем серию прогулок по Ростову. И мы с моим другом Кареном приехали в церковь Сурбхач, что с армянского переводится как «Церковь Святого Креста». Это одна из сохранившихся построек ранее существовавшего монастыря. Построена она была в конце 18 века армянскими переселенцами из Крыма в память об одноименном монастыре в Крыму. Старейшее из зданий, сохранившихся в современных границах Ростова-на-Дону, вы можете видеть за моей спиной. Мы находимся на территории монастыря. Храм окружен жилыми микрорайонами, которые вы можете видеть вот там за деревьями. И они образуют северный жилой массив. Там протекает река, образующая небольшое водохранилище, и находится святой источник. Мы с вами сходим обязательно посмотреть. Также он окружен парком и обнесен изгородью, которую вы можете видеть. Расположен на высоком правом берегу верхнего из двух северных водохранилищ в балке Темирник, в которой он обращен лицевой стороной на юг. К востоку от каменной лестницы из-под холма, на котором стоит храм, бьет родник. Возле родника устроена купальня, мы с вами обязательно сходим посмотреть, и зона отдыха. Церковь построена в стиле классицизма, и важными элементами в композиции здания являются портики. В то время как плоскости стен, в частности барабана, членятся пилястрами и карнизами. Здесь похоронены известные личности. Фруктовые деревья посажены. От церкви к реке Темирник спускается каменная лестница, которая раньше через два моста вела к парку, находившемуся в излучине реки. А к востоку от церкви находится возведенная в 1862 году настройка над родником Чархах. Вот эта лестница. Сейчас почему-то проход закрыт. Нам придется с вами обходить, чтобы попасть к роднику. Он находится вот там. А здесь остров. Там он рыбачит, люди. Главная реликвия этой церкви — Хачкар, крест-камень 6 века, по преданию вывезенный из древней столицы Армении, города Ани. Пойдем посмотрим камень. И привезенный в 18 веке на Донскую землю армянскими переселенцами из Крыма. Это, наверное, не этот, да? Это 2003 года. Там еще с той стороны есть. Не, это могилы. Да. Пойдем с той стороны посмотрим. Это там. 2003. В шортах нельзя. Виноградники. Что-то мы никак не найдем этот каменный крест. А сама же церковь была заложена в 1783 году. Строительство началось в 1786 году и длилось 6 лет. И 27 ноября 1792 года она была освящена. Возводилась по проекту архитектора Ивана Старова. Может, он внутри, этот крест? Может быть. А сейчас мы пойдем спустимся к роднику, к купели, которая расположена за нашей спиной. Для этого нам придется обойти вокруг территории. Выходим с территории монастыря. Здесь парковка и аквапарк осьминожек. Туда мы не пойдем. Ребятки,
направо. Пойдем налево, вот по этой дороге вниз к роднику. Мы продолжаем путь к роднику. Я не могу сказать, что пахнет свежестью. Запах от воды из этого пруда довольно... Да. Как видите, здесь довольно много растет камышей. Вот та лестница, которую мы с вами видели. Раньше она была открыта. Зачем закрыли, непонятно. Может быть, чтобы ограничить поток людей в купальниках через территорию монастыря. А вот здесь остров есть такой. Вот да. Если через мостик перейти. Пойдем посмотрим на остров. Лестницу с моста будет хорошо видно, мы тут сюда выставляем. А там родник будет туда. Да. А здесь мост. Уже приходит в такое упадническое состояние, а разрушенное. Здесь ей не пользуются. Тут скамеечки даже есть на лестнице. Да. Тут можно разглядеть. Достаточно удобно. Чтобы люди могли отдохнуть, были вот такие скамеечки. Небольшие, продуманные. Но сейчас они уже находятся в разрушенном состоянии. Да, ребята, заболотилось все вообще. Запах стоит соответствующий. А раньше здесь еще в 80-е годы на катамаране можно было кататься. И, честно сказать, такого болота не было. Вот это точно могу сказать. Может, просто его чаще чистили, эту речку? Сейчас его, наверное, вообще этот никто не участок. Чистит. Да. Утки плавают. Ну, утки, да, выводиться некуда, поэтому они плавают. Ну что тут, ловится что-нибудь? Mm. Ловится что-нибудь? Есть рыбки, да? Mm. Есть рыба? Рыба здесь вот так вот. Да? Да? Ну, он маленький, мальки плавают, видно. Пойдем посмотрим, что там. Да, там должен быть... Раньше было футбольное поле. Поиграем, да? Да. Мяч взял? Сейчас надую. Вонь такая неприятная здесь вообще. Да, это правда. Какая-то старая кладка, или они вообще непонятно. Да, но это, наверное, еще со времен постройки церкви. Да, судя по стилю, да. Судя по стилю, да. Вон ворота. Да. И вон там. Да. Да, старое футбольное поле. Видно, не играют, уже травой заросло. Орех растет. Кому надо, можете забрать себе. Ну что тут? Да, подзаросло. Ну ладно, пошли тогда обратно ну, через вот мост. Вот так вот дойдем туда обратно. Да, пойдем туда через мост, посмотрим там, где народ купается. Мы вышли с острова и уже подходим к роднику. Здесь вообще есть закрытая часть родника, если я не ошибаюсь. Ну там... Вот первая вылазит. Да. Это одно из мест выхода воды. И вон там дальше в строении лежит. Мойка автомашин запрещена.
Вот еще одно место воды. Пойдем. Там третье будет, по-моему. Или вот это отводится туда. Вот я забыл. Заглянем за решетку, посмотрим, что там. Какой камень, да, пещера? Да. Когда-то это было, видимо, морским дном и отложение из ракушек многотысячелетних. Да, в прошлом году уплотнились. Было морским дном. Да. Видно? Да, там вода стоит. На камеру, может быть, не видно. Она выходит. Ну, по виду она очень чистая. Ледяная просто. Основная купальня находится вот там. Сюда приходят купаться на крещение. Я зимой, скажу, зимой, да? Конечно. Круглый год купаетесь? Когда крещение. И вода всегда одинаковой температуры. 14 градусов. 4. Круглый год, да? Круглый год одна и то же. Да. А вот сейчас давай вернусь. На. Давайте. Сейчас бабушка освободит. Давайте. Да нет, что это. Давайте. А вот и гром мы делаем. Тоже ход небольшой. Минутку. А не даете ничего нового. Убежала. Нет, вы не хотите. Я тут работаю. Смотри, как он плавает. Вон там, видишь? Ой, блин, ты это пришел. Класс! Ребята, спасибо, что посмотрели эту прогулку по Ростову. Мы с вами посетили известное место Сурбхач. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на серый колокольчик. У нас впереди еще много интересного. До свидания.